В дни празднования столетия Республики Бурятия городские автобусы и трамваи изменят свое расписание. 2 июня работа транспорта будет продлена до 24 часов, а 3 июня до часа ночи. 3 июня также сменится схема движения городских маршрутов. Они будут объезжать закрытые для движения улицы Ленина, Ербанова и Сухобатора по улицам Коммунистическая, Смолина и Борсоева. На проспекте 50-летия Октября появится дополнительная полоса для автобусов. Проезжую часть ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На участке от Октябрьской до физкультурно-спортивного комплекса дорожники расширяют проезжую часть на 1,5 метра. А на участке от Комсомольской площади до Цивилева планируется сместить существующее ограждение влево. Все это делается для добавления третьей дополнительной полосы, по которой будет ездить только общественный и специализированный транспорт. Первый этап работ реализуют в этот строительный сезон, а второй запланирован на 2024 год. Российских граждан ожидает короткая 4-дневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. В 2023 году 12 июня выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся 3 дня подряд – с субботы 10 июня по понедельник включительно.